Каждая женщина, в каком бы возрасте она ни была, хочет быть красивой. Не причесана, не позволит себе выйти из дома ни одна представительница слабого пола. Однако, когда годы берут свое, денег на себя любимую остается все меньше. Поэтому от предложения подстричься или сделать укладку за спасибо в салоне парикмахерской «Галант» дамы и даже господа почтенного возраста не могли отказаться. Мы же пенсионеры, у нас денег почти нет, очень мало, и мы очень рады, что нас будут встречи бесплатно. Очень неожиданно, очень приятно. Да, очень кстати. Я только что хотела сама делать эту укладку, и тут вдруг меня приглашают. Здорово. Наводили красоту главным героем сегодняшнего праздника не только профессиональные парикмахеры, но и начинающие мастера, которые вот-вот станут выпускниками учебного центра «Галант». Довольными результатом работы остались ученики, учителя и дорогие гости, пенсионеры. Конечно, очень приятно. Я очень рада. Все это хорошо, внимательно, культурно, аккуратненько. Буду приходить все это почаще. Валерия Квашнина, Дмитрий Козлов, ЗапТВ.